Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Хальди, и мы с вами вновь попытаемся пережить вторую ночь Five Nights at Freddy's. Уж не знаю, как это получится. Они уже вдвоем. Hello. Где заяц? Так. Опять ломают мне фонарик. Ты уже тут. Вот на него так же, как на старого лиса действует фонарик, или кто бьет посуду. Шкатулка, шкатулка. О, господи. Так, он достаточно близко, надеваем маску. Правда, этот мальчик сейчас смеется, ну ладно, пусть смеется. Он, по-моему, маленький, не понимает, кто мы такие. Откуда Алиса? Ага, мальчик уже ушел. Два часа, лис проснулся. Замечательно. По вам можно часы сводить. Уходи, уходи. Глазища какие. Тебе хватит? Ну, будем думать, что хватит. Опять ломают фонарик. Я не понимаю, почему на одну кнопку записан на закрепленный фонарик и надевание маски, и как они умудряются мне дистанционно отрубать его. Кто лезет? Понятно, кто. Хорошо, что они хоть еще громко лезут. Ведь заяц на меня, по-моему, еще ни разу не напал. Мальчик. У мальчика тоже есть зубы. Когда он там стоял, этого не было видно, по-моему. Опять. Уйди. Интересно, сколько на него мигать нужно. Хай. Это... О-о-о, стоп. Вот только заяц выходит проверять, а кто там в маске сидит, остальные все издалека. Заяц самый недоверчивый. Ему надо поближе подойти и посмотреть в наши бесстыжие глаза. А где, кстати, эта курица? Вот она где. Хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. У меня уже прихватило сердце. Мне, наверное, нужно сходить за валидолом. Ну, по крайней мере. До 2 часов они вроде не встают. До 2 часов мы можем бить баклуши и заводить эту музыкальную шкатулку, непонятно для кого. Еще у меня такое чувство, что в эту розовую лису какое-то радио вшито или что-то в этом духе, потому что когда мы на нее смотрим через камеры, она все время там вот какие-то звуки, помехи. Иногда чьи-то голоса, как будто каких-то охранников через рацию доносятся. В общем, по-моему, ее слепили из того, что было. А было много всякого. Так, час.
Никто еще не хочет вставать. Ну, мальчик, наверное, встал, он какой-то самый шустрый. Вот все камеры едут справа налево, а да, он ушел. Так что можно, в принципе, подгадывать. Если запомнить, кто где будет стоять, кто где обычно стоит, то можно подгадывать там, примерно через какое время нужно какую камеру включить, чтобы засечь того, кого нужно. Вот слышите, слышите, куда чьи-то переговоры. Ну и мальчику как всегда весело. Я его, кстати, видела вот только тут и там, где он шарами стоит. Он еще ни разу на меня не выпрыгивал. Хотя на меня и заяц не выпрыгивал. Интересно, а что будет, если... Вот я, например, когда их увижу в этой вентиляции, я там посвечу, их увижу и не буду надевать маску медведя. Но я не хочу это проверять. Шарики-то клубнишь, уже острый весь. О, любимая музыка пошла. Это значит, что мне ломают опять фонарик, и кто-то стоит в коридоре. Вот по ней очень удобно это определять, когда там смотришь камеры, и она начинает играть. Другое дело, что она почему-то не всегда исчезает, когда оттуда пропадает тот, кто там стоит. То есть там пустой коридор, ты в него светишь, никого вроде нет, а музыка играет. Но сейчас такого не происходит, слава богу. Ну, вертолетик, что ли, на кепке? Ну, опять. Против него же бессильна эта маска, на него только свет действует. Зачем, в принципе, мне давать выбор, когда он там стоит, надеть маску или нет? Точнее, не то, что мне давать выбор, а мне не давать выбор, мне отключать фонари и оставлять только маску. Ну, поменялись. Братья. Этот, похоже, только по потолку передвигается. Хай. Полз. Так, а где эта наша курица? Надо проверить их. Когда этот уйдет. Но он уходить не собирается, блин. А, все. Вот видите, там никого сейчас не было, музыка продолжает играть. Ну, вот сейчас появился, ладно. Но несколько секунд назад там никого не было, вы сами это видели. Hello. Вот опять. Вот я не пойму вообще, как мальчик этот с шариками передвигается. Его ни на какой другой камере не видно. Его даже вот засечь ни в какой другой позе нельзя, кроме как он стоит шарами, он лезет по вентиляции. Не вовремя. Койот, лис, волк, кто вы там? И часы, шкатулка не вовремя. Так, тут его брат, похоже, где-то близко. А откуда заяц? Как вы там вдвоем поместились? 5 часов. До 5 я еще не доживала. Давай. Опять кто-то в коридоре торчит.
Неожиданно. Вот я по-прежнему не знаю, их отпугивает свет или что с ними надо делать с остальными в коридоре. Да хай-хай, мы уже здоровались 100-500 раз за этот день. О, там мальчик сидит, туда не пролезешь. Где медведь? Что-то он ей говорит, нет, это он мне говорит. Вот так. Вот так. Они просто застряли и не смогли пролезть, я знаю. Что такое? Камера. Это какая-то старая столовка. Старый заяц. Ну ты тут выглядишь лучше, чем... И утка. У утки отподнята одна бровь. Она настроена скептически. Не надо этих звуков. It's me. Так, ну на этом, наверное, закончим. Спасибо, что были со мной. И в следующий раз примемся уже за третью ночь. С вами была Хади, и до встречи.